все. Друзья, всем привет! Я приветствую всех на канале Лес, Сад, Огород. 3 дня у нас шли дожди проливные, вода стояла на огороде по колено. Ну, думаю, пойду я в лес по грибы, поищу маслят. Обошла весь лес, хотела вам показать грибочки, но нашла я всего 1 масленок и 3 штучки уже таких старых. И 1 только хороший, нечервивый масленок. Показать было нечего. И уже расстроенная шла я домой, думаю, ну все, видео не получилось, ролик не сняла. И по пути домой, сколько уже я этой тропинкой хожу, никогда не встречала. И вот встретила я и шелковицу, и дикую абрикосу, и дикую черешню. Так что не зря я прошлась по лесу. Грибов, конечно, не собрала, но вот посмотрите, какую дикую черешню я встретила. У нас уже наша черешня садовая, которая в саду, уже давно прошла, уже закончилась почти вишня. А здесь вот дикая черешня стоит, на дереве висит. И она уже спелая, сладкая, как мед. И ни одной червивой ягодки я не нашла. И с каким уловом я сейчас иду домой, я вам покажу. И покажу вот черешню. Целая посадка. Вот здесь она, наверное, разрослась вот семенами посеялась. Вот смотрите, сколько дикой черешни. Это для меня подарок, сюрприз. Поднялось настроение, что не зря. Вот смотрите, руки какие у меня. Это я кушала уже шелковицу. Встретила шелковицу. Так что не пугайтесь, какие у меня руки черные. Наверное, и лицо черное. Вот посмотрите, какая прекрасная черешня. Ни одной червивой ягодки нет. И вот это я уже насобирала себе. Будет у меня компот ассорти. Есть, конечно, вот такие, которые птички немножко поклевали. Вон там, это уже на выходе из соснового леса. Сколько я здесь проходила, но так как здесь вот такая яма, я все время обходила стороной. И вот сколько черешен я встретила. Вот покажу вам результаты своей охоты. Вот посмотрите, сколько ее здесь. Наверное, в селе никто не знает, что она здесь растет. Никто ее не собирает. Вот только птички. Вон туда дальше. Вот то же самое. Вот посмотрите, сколько деревьев. Вот это все дикая черешня. Вот это я уже себе заприметила. Выкопаю осенью саженец. Вот это все, вот все, все туда дальше. Дикая черешня. А вот с каким уловом шла я по грибы, а с каким уловом я буду идти домой. Вот что я насобирала на компот. Вот посмотрите, дикая абрикоска. У нас говорят жерделя. Некоторые говорят даже дзанзари, наверное, с Молдавии такое название. Вот даже немножко собрала алычи. Вот это вот собрала я. Уже еще буду собирать дикую черешню. Там немножко желтые алычи. Вишню войлочную. Земляничка уже отошла. Там пару нашла. Вот такую вот. Посмотрите, какую крупную я нашла шелковицу черную. Это вообще для зрения она очень хорошая. У нее такое вещество, как и у черники. Для зрения очень хорошая. И вот 1 масленок, который мне встретился на пути, который я нашла, и он не червивый. Ну, приду через 3 дня, может проснуться еще грибница, и может будет еще мне, будут мне грибочки. Лурк, ко мне! Ты куда побежал? Иди сюда. Что ты там нашел? Мы по пути встретим. Иди ко мне. Ко мне, Лурк, ко мне. Давай. Все. Ну вот на этом, друзья, похвасталась. Эй, только не на мои абрикосы. На этом, друзья, похвасталась. Я вот, посмотрите, какие здесь цветочки. Какая красота. Как поют птички.
Вот здесь вот лес опахали, вот сделали вот такую полосу, чтобы не было пожара. Это уже окраина леса. Вот. Ну, иду делать компот ассорти. До свидания. Пока. Подписывайтесь. Если понравилось, ставьте лайки. До встречи. Через 3 дня буду собирать, еще приду за маслятами. Пока.